накоплю немного золота и рвану в Китай с братом. Золото продам, чтобы с голоду не помереть. И буду искать настоящего мастера. Смотри, не заблудись. Все спектакль. Только телефонный звонок не спектакль. А те приемы, которые он применял в тамбуре, тоже не спектакль, это точно. Может быть. А как он с меня браслеты стянул? Ладно, ты готов? Я пошел. Дядя! Чего? Пить, кусать хочет. Иди заройся и спи. Завтра напьешься. Как там Кавказ? Не умер еще? Не, пока не умер еще. Посадив тебя на проценты. А верить? С некоторых пор я сам себе не верю. Фу. Пацан. Ты что, поехал, что ли? Я лично хочу за своей долей. И ты за своей. А доля ваша там, за решеткой. Денег хотите? А нет денег. Я обманул вас. Нет конфетки. Я дернул из-за того, чтобы кое с кем свести счеты.
И я это сделаю! С кем, интересно? Силком ведь тебя никто за дурью не посылал. Не по делу это, землячок. И я это сделаю! Пусть убивает кого хочет, он деддомовский, ему все похер. Но прежде мы предъявим его боссам свои права на наследство.